Всем привет, с вами Gabzor.com. Сегодня на тестах у нас телефон Infinix Hot 10S NFC. Есть также версия без бесконтактных платежей. Основной площадкой для него будет выступать T-Mall. И также, насколько я знаю, должен появиться еще и в российских магазинах. Выполнен в формате неразборного моноблока. Задняя крышка из пластика с геометрическим рисунком. Есть несколько расцветок корпуса. Со световым вариантом рисунок будет играть при попадании лучей света. На левой грани у него скрывается выдвижной лоток с тремя отдельными слотами под 2 нано-сим и карту памяти microSD. Поддерживаются емкие накопители. Справа кнопка включения качеля калибровки громкости. Кнопки расположены удобно, для нажатия не требуется изменение хвата. В верхнем правом углу крышки блок основной камеры с тремя объективами. Ниже светодиодная вспышка с четырьмя диодами. На крышку выведен сканер отпечатка пальца. Он хорошо определяется слепым методом, срабатывает точно и быстро. Поддерживается также разблокировка Face Unlock, снизу microUSB. Этот тип разъема сейчас встречается все реже. По краям от него микрофон и динамик, экран с защитным стеклом, по центру верхней грани каплевидный вырез фронтальной камеры, есть светодиодный индикатор активности. Заметных огрехов в качестве исполнения проблем выявлено не было. Оснащен смартфон экраном диагональ 6,82 дюйма. Это S IPS матрица, разрешение 720 на 1640 пикселей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона. Такой дисплей позволяет наслаждаться контентом с YouTube, TikTok и стриминговых сервисов. Подсветка равномерна по всей площади, есть адаптивная регулировка. Придраться можно к невысокому уровню яркости. На улице разобрать изображение проблематично. Установлен 8-ядерный процессор, здесь с 6 ядрами Cortex-A55 и 2 ядрами Cortex-A75. Такт и частота 2 ГГц, 4 ГБ оперативки, под хранение выделен накопитель объемом 64 ГБ и также есть версия на 128 ГБ. Актуально с учетом того, что сейчас приложение быстро увеличивает объем хранимого кэша. Дополнительно сможете поставить карту памяти и с учетом разрешения HD+, эта платформа позволит не только запускать популярные приложения, но и играть в такие игры, как Genshin Impact. Продолжительный сеанс не вызывал тротлинга, крышка заметно не нагревается. Поддерживаются бесконтактные платежи, мы проверяли работу с картами Visa, MasterCard, Wi-Fi в двух диапазонах, Bluetooth с базовым набором кодеков. По навигационному модулю проблем не обнаружено. Используя аккумулятор съемкостью 5000 мАч, смешанной нагрузки с высокой яркостью экрана хватает на 7,5 часов работы. Обычный сценарий эксплуатации даст 1,5 дня работы. Сопровождает смартфон аккумулятором, мощность 10 Вт. Основной блок камеры у Infinix Hot 10S NFC состоит из трех камер. 64-мегапиксельная основная, 2-мегапиксельный сенсор глубины и модуль, отвечающий за технологии искусственного интеллекта для обработки фото. В приложении доступны творческие режимы, детальные настройки и при условии достаточного уровня освещения хорошую резкость и детализацию можно получить. Фронтальная камера 8 мегапикселей, подходит для видеозвонков и есть у нас съемка Full HD разрешения. Сейчас вы видите часть ролика, полный ролик доступен всегда по ссылке в текстовом обзоре. Android 11, фирменная оболочка XOS 7.6, у нас версия, дополнительная возможность кастомизации внешнего вида, дополнительные опции настроек, за время теста было получено обновление, повышающее стабильность. В память добавлен отдельный магазин приложений, ряд игр и партнерского софта. В разделе уведомлений выходили рекомендации по установке игр. В самом сегменте Infinix Hot 10S NFC предлагает хорошее техническое оснащение с экраном, большой диагональный 8-ядерный процессор, увеличенный объем оперативной памяти, бесконтактные платежи, высокое разрешение основной камеры. Из минусов отметим вывод рекламных предложений в памяти и марка покрытия задней крышки. С удовольствием обсудим с вами Infinix Hot 10S NFC. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.